Привет. Мы уже в Калининграде. Только что прилетели. Да, посадка была не мягкой. Летели уральскими авиалиниями. Не но, слава богу, выжили. Мягкая посадка. Не мягкая. Но это наш тебя вот. Показал. Сейчас едем размещаться. На улице плюс 5. И пахнет морем. Прямо как в Варне. Ну, вот такой домик. Это наша комната. Она небольшая по размеру, где мы разместились на эти несколько дней в Калининграде. Но здесь есть все абсолютно необходимое для жизни и жизнедеятельности. Значит, смотрите, вот такая двухспальная кровать, вот с лестницей. Значит, естественно, мне, например, это очень удобно. Сын на втором этаже, я буду на первом. Там вот есть шкафчики, вот есть занавесочка, можно почувствовать себя защищенным. Значит, естественно, спальное белье предоставляют хозяева, полотенце. Вот видите, тут одеяло, подушки. Все очень такое чистое, новое. Постель для меня лично даже очень удобная, потому что такой матрас для моей спины и то прекрасно подходит. Вот. Ну, еще также в комнате находится письменный стол. Вот он стоит у окна. Мы уже здесь разместили свой компьютер, лампа настольная. Но по нашей просьбе хозяева нам дали дополнительный еще удлинитель, поскольку у нас много тут приборов всяких, которые надо постоянно заряжать. Ну и кресло. Да, и здесь еще вот раскладные стулья. То есть по мере необходимости их можно использовать. Вот мы уже начали обустраиваться, раскладывать тут свои вещи. В принципе, очень чистая, уютная такая квартира. То есть такой диссонанс по сравнению с внешностью этого дома. Вот. Поэтому я просто лишний раз пытаюсь вам сказать, что великолепно совершенно можно да, ездите сами, ездите без гостиниц, без отелей, без туристических фирм. Вот, потому что если ваш отдых, конечно, настроен вот именно на то, чтобы приехать, увидеть, погулять, узнать жизнь, узнать людей, которые вот живут в этой местности, да, как протекает здесь жизнь, то, конечно, это все нужно делать вне отелей и не тратить лишние деньги на сверхудобство, там, на роскошь и так далее. Ну, конечно, дело каждого. Так, тут ванна, туалет. А холодную воду прям до конца откручивайте. Они у вас раздельные даже. Даже так. Да, попробуйте вот сразу лучше, я вам напишу. Так, поворачивайте и вдавливайте. А, все, понятно. То есть здесь рожек идет сразу. Да, да, ничего, никакие спички, ничего поджигать не надо. То есть она сразу просто действует лучше. Вот лишний раз придавить ее, чтобы она осталась, огонь не остался. Ну, потом накрутить, огонь получится. А посуда здесь, вилки, ложки здесь. А водичку мы в чайник наливаем, вот такую мы ее покупаем, то есть сами она всегда есть, как вы можете пользоваться. Ага. Чайник начинает закипать, начинает свистеть, лучше далеко не убегать от него. Ага. Вот такая система. Ну, это понятно. А, холодильник, там две верхние полочки я освободила, вам. Все, хорошо. Вот чай, все, что видите, сахар можете брать без проблем. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, ну хорошо, мы устроились, и теперь пойдем, конечно, в город. И не забудьте подписаться на наш канал. Да.